Большая победа ивановского кенда. На минувшей неделе в Казани состоялся 5-й чемпионат и первенство России по этому виду спорта. Сразиться в мастерстве современного японского фехтования в столицу Республики Татарстан съехались представители 23 регионов со всей страны. Ивановская федерация кенда подготовила к соревнованиям сразу несколько сильных спортсменов. Это самый главный старт на территории России для нас, потому что он объединяет в себе представителей с разных регионов по нашему виду спорта. И он являлся отборочным для отбора в национальную сборную, для участия в чемпионате Европы в следующем году. Наша подготовка была достаточно многоступенчатой, и мы, наверное, в течение последних 2 лет очень методично подошли к подготовке ребят. У нас были и сборы, и выезды в другие города, и летний лагерь специальный спортивный мы проводили. Поэтому они все были готовы. В этом году впервые в рамках первенства России отдельно проводились соревнования среди девушек-юниорок в возрасте 15-17 лет. Наши спортсменки в этой категории заняли сразу 2 призовых места. Вялова Алена – 3-я, Морозова Ольга поднялась на вершину пьедестала. Самое сложное мне показалось, это больше мое эмоциональное состояние. Мне было очень сложно сначала собраться, я переживала. Когда приехала, все оказалось не так страшно. Не менее достойно выступили и юноши. Юниорская сборная Ивановской области в составе Кирилла Пименова, Максима Смирнова, Максима Амельченкова, Александра Мельникова стала чемпионом первенства, победив в финале одну из сильнейших команд – сборную Новосибирска. Кенда развивается, и соперники, соответственно, каждый год все сильнее и сильнее, но и мы тренируемся, и стараемся. Конечно, это очень долгое время подготовок, лагеря, и благодаря команде и нашей общей работе мы выиграли. Носить звание лучших в стране – не привилегия, а скорее ответственность. Члены золотой сборной региона теперь кандидаты в национальную сборную. Окончательный состав ее утвердится в феврале следующего года, после спортивных сборов. Сильнейшие ивановцы в составе главной команды страны в апреле отправятся в Норвегию на чемпионат Европы. Сейчас даже профессионалам сложно определить, кто это будет. Все один к одному. То есть все 4 ребят, которые завоевали 1-е место в составе команды, они все достойны выступать на чемпионате Европы и все могут показать там результат. Поэтому в этом плане мы очень довольны и уверены, что результат будет, вне зависимости от того, кто пробьется в сборную. В любом случае подготовка ребятам предстоит серьезная. Ивановцы настроены только на победу. Чемпионат Европы – та цель, достижению которой многие из них посвятили всю свою спортивную жизнь. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.